Друзья, очень рад вас приветствовать на своем канале. У нас сегодня рубрика «Гаражное видео». У меня для вас есть на обзор интересная вещь – мотобуксировщик «Ураган». Позиционируется эта техника как очень проходимый, легкий в управлении и обслуживании снегоход. Напоминаю, что конструкцию, мощность двигателя, расположение сидения и другие особенности «Урагана» специально спроектированы производителем для того, чтобы вы без лишних проблем могли воспользоваться мотобуксировщиком сразу из упаковки. Никаких постановок на учет, ГАИ, обучения и все с этим связанного вам проходить не стоит. Просто приобрели, собрали, сели и поехали. Я хотел бы сразу вас предупредить, что мне эта техника досталась на обзор по договору, который я должен выполнить обязательно. Это 10 видео, в которых я обязан максимально со всех сторон показать вам эту технику. Как выглядит, как проходит препятствие, как в глубоком снегу или пухляке она себя чувствует, маневренность, проходимость, удобство, скорость и так далее. Я уверен, что у меня все получится. Вы же, в свою очередь, сделаете для себя все необходимые выводы, приобретать вам эту технику или нет. По ценам вас я вот сейчас сориентировать не могу, потому что курс плавает, а в урагане присутствуют импортные комплектующие. Но зато все остальное я постараюсь раскрыть в серии из 10 роликов. Итак, друзья, приступим. Сегодня мы поговорим о мотособаке. Как тут написано? Мототолкач и мотобуксировщик «Ураган» повышенной проходимости. Вот она. Сейчас выпустим псинку. А это обычная собака. Это необычная собака, кстати. Итак, что мы имеем? Мы имеем буксировщик. Получается, здесь у нас сосредоточен весь толкательный аппарат. Ты сидишь спереди, вся эта история сзади. Почему так сделано? Сделано для того, чтобы вы не сдавали на права и не проходили вот это все. Его конструкция именно сделана как мотобуксировщик, для того, чтобы вы могли купить, сесть и поехать. Смотрите, здесь такая удобная ручка, для того, чтобы мы могли его вытащить из снега. Здесь фаркоп расположен, бардачок, мотор. На мотор идет чехол, зимний вариант. Но сейчас тепло, поэтому чехла нет. Здесь получается у нас масса. Ну, а здесь вот седло. Седло, стекло и, видите, машинки. Здесь у нас есть фара. Вот такая чека, как на моторных лодках или скутерах, чтобы, если что, она заглохнет. Электростартер и подогрев ручек. Такое вот стекло. Давайте прокатимся, посмотрим, что да как. Перекрывать заслонку. Нет.
Discovery. Очень кресло, сидушка очень удобная, поворачивать, когда, ну ладно, вот на льду не очень, а вот когда она только хватает снег, то маневренность увеличивается в разы, то есть, ну, в принципе нормально. Есть такой момент, когда начинает сильно обдувать. И получается, если на натуральном буране или на любом снегоходе у тебя здесь корпус и ветровое стекло, тут тебе ничего не дует, то если вы покупаете мотособаку и едете в мороз на дальняк, то вам желательно что-то здесь как-то усиливаться, то есть брать вот такую одежду, которая не продувает. Средняя ванна отрабатывает практически любые уклоны. То есть залазить можно на все что угодно. Вот смотрите. Так что, в принципе, можно, естественно, и санки, можно нагружаться сюда. У меня здесь сидела собака. В принципе, нормально. Ехали. Брать или не брать, это решать вам. Я рассказал, как есть. Так что выбор всегда за вами. Друзья, до скорых встреч!